Кот возил котлету лапой по паркету. Рыжий кот домашний за окошком лета. Где-то бродят мыши, кот о них не знает. Лишь одна котлета хищника спасает. Котлета, котлета скользит по паркету, а кот видит уши и хвост. Он очень домашний, но слышал однажды, что мыши бывают всерьез. Про сложный мышиный вопрос. Скоро будет осень, улетают птицы. Как бы мог охотник рыжий отличиться, сидя на окошке, думает, мечтает, что однажды стаю голубей поймает. Котлета, котлета скользит по котлету.